Если вы только начали отвечать за информационную безопасность и вам нужно быстро погрузиться в этот сложный мир, то эта серия видеороликов для вас. Здравствуйте, меня зовут Денис Бутранков. Более 30 лет изучаю практическую информационную безопасность и делюсь с вами знаниями. Ко мне часто подходят и просят рассказать про какой-то продукт, ну, например, про диод данных. По каждому продукту у меня есть отдельный видеоролик или статья на сайте Security Lab, на моем сайте Бутранков.ру, в моем видеоблоге, ну и в многих других журналах. Сегодня хочу пройтись по продуктам и сервисам из мира информационной безопасности, которые вы, скорее всего, будете использовать в своей компании. Думал, что за один видеоролик прочитаю просто списком все продукты и сервисы, а уже материала на 3 ролика набралось. Ну, поехали. Напомню, что ваши комментарии помогают мне записывать новые видеоролики, чтобы делать вас лучше. Пишите, что еще вам интересно узнать. Внедрение систем мониторинга и регулярное проведение аудитов безопасности позволяют вовремя выявлять угрозы и слабые места, а также проверять эффективность мер безопасности. Вы наверняка будете делать аудит ваших решений по безопасности, поэтому сразу же проведите и аудит процессов информационной безопасности. Ведь если у вас есть продукты безопасности, но в них никто не смотрит, то в чем их смысл? В принципе, в них тоже есть ценность, поскольку они записывают информацию о том, как вас взломали, чтобы потом вы посмотрели ретроспективно, как это сделали преступники. Однако лучше любую угрозу сразу блокировать, а не расследовать проникновение и утечки. В этом мире принято оценивать риски и последствия различных событий, и информационная безопасность в этом особенно должна быть сильна. Вы будете слышать термин «внешняя поверхность атаки», и для вас это множество устройств, которые являются точкой входа в вашу сеть. Это очень динамичное множество, в которое входят сотрудники, находящиеся дома, командировки за границей, серверы в ЦОД и также облачные серверы и приложения. Это те ресурсы, которые может увидеть внешний злоумышленник из интернета, изучить их и провести начальное проникновение. Атака обычно заключается в продвижении от ваших внешних ресурсов к критично важным ресурсам внутри сети. Ваша задача минимум – сделать так, чтобы на внешней поверхности атаки не находились ваши критичные ресурсы. И ваша задача – всегда быть в курсе своей поверхности атаки. По статистике, многие взломы происходят потому, что публично доступны ресурсы без пароля или с паролями по умолчанию, которые знают все. Или ресурсы с уязвимостями, для которых публично в интернете лежат готовые утилиты для их использования, как это было с Microsoft Exchange. При выборе защиты нужно знать определенные классы систем защиты, и мы сейчас в это будем погружаться. Готовы? Начну с класса продуктов, который редко упоминается, и для многих компаний он является высшим пилотажем. По сути, он является надстройкой над всеми остальными продуктами и используется скорее бизнесом, чем IT-службой, поскольку помогает согласовать бизнес-цели и риски, вызываемые отраслевыми и государственными нормативными актами, и также с недопустимыми для вашей компании событиями. В продукте класса GRC должны быть хорошо налажены такие процессы, как инвентаризация информационных активов, оценка защищенности, контроль соблюдения требований политик стандартов безопасности, визуализация происходящего в вашей компании в понятных терминах, число инцидентов, среднее время восстановления после атаки, ну и другие. Основной защитой для вас будет функционал, встроенный в ваши операционные системы и установленные в них приложения. Есть такой термин «hardening», который и означает процесс включения имеющихся в ваших программных продуктах настроек, усложняющий хакеру ваш взлом и одновременно повышающий уровень защиты всей компании. Сфокусируйтесь сначала на электронных устройствах, которые есть у самых важных сотрудников, на которых нацелены хакеры – бухгалтера, генеральный директор и другие. Многофакторная аутентификация значительно повышает безопасность путем добавления дополнительных факторов проверки при входе в систему, например, кода из SMS или уведомления в приложении аутентификации. Это усложняет злоумышленникам доступ к системам и данным, даже если они узнают пароль пользователя. Такие системы чаще всего реализуются как облачный сервис. Они интегрируются в любой процесс обеспечения доступа к IT-ресурсам и к самим продуктам по безопасности. Использование шифрования для защиты данных на жестких дисках и при передаче через интернет гарантирует, что даже в случае утечки данные останутся недоступны для посторонних. Важно шифровать как данные на рабочих станциях и серверах, так и данные, передаваемые по сети,
Для этого используется VPN-соединение между устройствами. Различает VPN клиентский, когда используется специальный программный клиент на рабочей станции, а также сайт-ту-сайт VPN, когда соединяются целиком офисы и весь трафик между офисами передается через интернет в зашифрованном виде. Часто агент VPN выполняет функции проверки настроек рабочей станции, и тогда он является частью более сложной системы ZTNA, которая проверяет, что на устройствах специально настроена операционная система и приложение, согласно корпоративной политике безопасности. ZTNA — это высший пилотаж в информационной безопасности, и у меня есть отдельный видеоролик об этом. Система управления идентификаторами и доступом позволяет контролировать, кто имеет доступ к каким ресурсам вашей IT-инфраструктуры. С их помощью можно настроить политики доступа только к тем данным и системам, которые необходимы для их работы. Это называется принципом минимальных привилегий. Система является единым и актуальным источником информации о том, какие пользователи и к каким ресурсам и на каком основании имеют доступ. Небольшие компании используют обычно встроенные в операционные системы функции по управлению пользователями и доступами. В больших компаниях стоит задача интегрировать различные системы идентификации и аутентификации пользователей и рабочих станций, реализованные разными производителями по разным протоколам. IDM-системы ощутимо минимизируют риски некорректной выдачи прав доступа и забытых привилегий. Обратите внимание, что часто забывают доступы для уволенных сотрудников. Для вас это должен быть фокус. Именно для этого и создаются такие системы контроля. Частый вопрос возникает про парольные менеджеры в корпорациях. В принципе, они могут использоваться для небольших компаний. Часто компаниям хватает встроенного парольного менеджера в браузер. Главное — дополнить этот метод многофакторной аутентификацией. В крупных компаниях используется технология единого входа Single Sign-On. Метод аутентификации, который позволяет пользователям безопасно получать доступ сразу в несколько приложений и сайтов с одним паролем организации, единожды авторизовавшись. Вашей целью должно быть организовать доступ через SSO. Это удобнее, чем внедрять множество разных паролей на разных системах через парольные менеджеры. Возможно, вы впервые слышите фразу «Public Key Infrastructure». При этом вы и ваша компания постоянно пользуются PKI, поскольку сегодня организации, такие как ФНС или Росреестр, предлагают услуги на основе использования сертификатов. Наши браузеры постоянно подключаются к сайтам в интернете именно на основе проверки сертификатов и цифровых подписей по протоколу HTTPS. Это нужно, чтобы гарантировать, что вы подключаетесь именно к тому сайту и для обмена ключами шифрования. И для многих из нас это происходит незаметно. Для примера, в случае управления вашей корпоративной сетью с помощью домена Active Directory компании Microsoft специально существует центр управления сертификатами. Он в том числе нужен, чтобы настроить защищенный удаленный доступ через VPN. Надежное решение для резервного копирования и восстановления данных обеспечивает возможность восстановления системы данных в случае атаки или сбоя. Это критически важно для минимизации потерь данных и простоя в работе. Обычно системы такого типа нужны каждой организации для соблюдения непрерывности своих бизнес-процессов. Для этого у вас должны архивироваться как данные клиентов, так и конфигурация систем. Сейчас есть новый тренд, что хакеры ищут такие системы и их намеренно выводят из строя, поэтому проконсультируйтесь с экспертами, как защищать сами системы резервного копирования. Система предотвращения атак анализирует трафик в сети и могут обнаруживать попытки вторжения или атаки, а также блокировать их до того, как они причиняют вред. Обычно такие системы уже не используются как отдельные, и их встраивают как функциональность в межсетевые экраны нового поколения NGFW. Источником информации об атаках является лаборатория поставщика, которая постоянно исследует, как хакеры атакуют, и создают алгоритмы проверки этих атак, которые могут выявить злоумышленника в трафике любой компании. Затем эти проверки в виде правил или сигнатур отправляются во все устройства обнаружения атак. Отличие Intrusion Detection System от Intrusion Prevention System в том, что IDS лишь обнаруживает атаку, а IPS ее сразу же блокирует. Чаще всего это помогает заблокировать попытки злоумышленника использовать доступные по сети уязвимости в вашем программном обеспечении. IPS рекомендуется включать в центрах обработки данных, поскольку это самый лакомый сегмент для хакеров вашей сети, и они будут точно пользоваться своими методиками атак. Самая большая проблема — это неизвестные атаки. Нужно, чтобы лаборатория содержала такого уровня экспертов, чтобы они как можно быстрее узнавали о новых типах атак, ну, либо применяла какие-то методики — поведенческий анализ или машин-лернинг. Так что важно, какая будет экспертиза у поставщика. Вам нужно проверить устройства и сервера на предмет наличия уязвимостей, которые видны из интернета в первую очередь. Сегодня очень много взломов происходит именно через них. Связано с тем, что у них постоянно находят уязвимости в веб-приложениях, в почтовых приложениях и даже в VPN-серверах.
Защита от уязвимости у вас будет выполняться вашими администраторами, которые будут устанавливать новые обновления программного обеспечения. Очень часто здесь используется жаргонное слово «патч». «Патч» переводится как «заплатка». И это то же самое, что «обновление». А как ваши администраторы будут узнавать, что существуют уязвимости, и как они будут принимать решения, какие из них нужно патчить первыми? Если ты видел когда-нибудь список уязвимостей в компании, то это такой толстый документ из 10 тысяч строчек. Понятно, что администратор пугается и ничего не делает. Вот здесь вам потребуется продукт, который называется сканер безопасности, и также процесс, который будет отслеживать появление информации о новой уязвимости, назначение ответственности за исправление и назначение сроков и контроль исполнения. Важно иметь решения, специализированные на защите от фишинга и вредоносного программного обеспечения, например, антивируса нового поколения и системы защиты электронной почты. В каждом почтовом сервере сегодня встроена защита от спама, при этом все равно приходится добавлять дополнительные проверки на фишинговые письма, на наличие вредоносного кода и вредоносных ссылок в письмах. Соответственно, вам нужно позаботиться, чтобы такой функционал был. Продукты такого класса называются Business Email Compromise. Продукты класса DLP позволяют контролировать утечки информации. Причем эта функциональность сегодня востребована как на самих рабочих станциях, так и на устройствах сетевой безопасности, так и в облаке. В DLP нужно контролировать не только функциональность, а еще и качество внедрения. Потому что даже одна небольшая возможность украсть данные будет немедленно использована. Часто DLP используется для контроля почтового трафика. При этом наиболее часто в тени остаются такие каналы утечки, как веб-трафик, мессенджеры и сервисы внешнего обмена. OneDrive, Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox и так далее. Сегодня сложно представить, что хакер присылает вам в почту или Telegram старый вирус. Сегодня настолько много различных систем автоматической генерации вредоносного кода, что каждому человеку приходит свой уникальный файл с вредоносным содержимым. Стандартные антивирусы не справляются, и на помощь пришла схема поведенческого анализа файлов. По сути, любой новый или неизвестный файл в вашей сети вы можете отправить в песочницу. Она этот файл запускает и смотрит его поведение. Если файл ведет себя вредоносным образом, то вы уже эту информацию получаете из песочницы и у себя этот файл удаляете. Такой механизм позволяет обнаружить множество новых, ранее неизвестных образцов вредоносного кода. Ну, очень кратко объяснил. Как вы проверяете, что человек, вошедший в банк, злоумышленник? Ну, если он начал грабить банк, то, наверное, он злоумышленник. Соответственно, мы просто делаем виртуальный банк и отправляем этот файл, ну или этого человека, на анализ в этот виртуальный банк. Если он начал грабить, ну, соответственно, он злоумышленник, и его в нормальный банк пускать не надо. Хотя мне на конференциях коллеги из банков сказали, что просто надо в другой банк отправлять и на нем тренироваться. Очень хочется еще рассказать про EDR, NGFW, CASB, DCAP, NTA, NDR, DEFIR, SAS, защита от DDoS, WAF, Security Awareness. Дождитесь следующих видеороликов, подписывайтесь на канал. С вами всегда на связи Денис Батранков. Всего хорошего, до новых встреч!